Доброе утро, друзья. Посмотрите, какое оно у меня доброе. Мало того, что оно у меня доброе, да, оно еще и красивое. Приехала на мойку после долгой дороги. Надо помыть машинку свою. Вон она, моечка. А рядышком вот такая красота. Любуюсь, хожу. Прям нравится, нравится. Такая прелесть. После долгих северных морозов полюбоваться такой красотой. Смотрите, как здорово здесь все. Все цветет, благоухает. А там, вон там, вот этот вот зелененький такой островок. Это черешня. Нет, не черешня, это вишня. То, что у нас продают за кучу денежек, здесь вон абсолютно бесплатно. Это вот автомоечный комплекс. Здесь ребята мне сейчас помоют машинку. Красивенькая такая розочка. Такие кусты прямо. А ну давай поближе подойдем. Она же отцветает. Вот она то ли вишня, то ли черешня. Наверное, это все-таки вишня. Нет, черешня. Она вся усыпана. Нас же уже ребята бы давно бы обобрали. Я не знаю, почему здесь ребята что не делают. Вон она вся усыпана. В этом году я обратила внимание, что абрикосов практически нет. Вот у нас за нашим домом там огромный-огромный абрикос, дедушка садил еще их. И они, если урожайный год, то вся усыпана так же, как вот эта вот вишня, также усыпаны абрикосами. То в этом году мы приехали, то даже завязи абрикосов нет, потому что в этом году абрикосов не будет. Зато много вишни и черешни. Так что каждый год по-разному. Год на год не приходится. То есть вот, пожалуйста. Можно даже позавтракать, если что. Ну, так как это рядом с дорогой, конечно, я этого делать не буду. А так хочется, честно говоря.